Вот, ребятушки, сегодня готовим яичницу, помидорки. Яичница будет у меня на помидорах. Здесь у меня болгарский перчик. Вот. Болгарский перец, лучок, чесночок. Ну, это типа зажарочки, да? Вот. И здесь у меня 9 яиц приготовил. 9 яиц, ну, конечно, это за раз не съем. Могу чуть позже, через часа 3, я еще поесть. Вот. Ну, вот сегодня у меня, только сегодня, я начинаю кушать вот такую яичницу. Вот. Здесь у меня сковородка. Здесь у меня сковородка. И сало. Сейчас мы его растопим. И потом шкварочки выловлю. Брошу сюда еще зиру. Чуть-чуть поджарю, и она отдаст свой запах. Вот. Вот эту штуку введите себе на каждый день. Это, ребята, очень хорошая штука. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это реально чесночок, это тема. Ну что, начнем с готовить яичницу. Вот, ребятушки, сейчас у нас сало растопится. Я брошу. Я брошу сюда зиру, мне очень нравится. Сейчас они еще порастопят. Шкварочки сальные. Ну вот, ребят, бросил зиру. Бросаем чеснок, лук, болгарский перец. Ну вот, ребята, довольно-таки уже хватит. Бросаем помидоры порезанные. Сейчас они пустят сок. Опа. Одной рукой снимаю. Ну вот, ребятушки, сейчас у меня подтушатся немножко, подиспарятся помидорчики. Я здесь подрезал петрушка, кинза, нарезал огурцов. Сейчас посолю и поперчу. Будет очень-очень вкусно. Давайте дальше двигаться. Ну вот, ребятушки, помидорочки подтушились довольно-таки неплохо. Сейчас мы это все разровняем. Вот. У меня здесь 9 яиц. Вот так. Сюда. Вот так. Потом мы их чуть-чуть вот так сделаем, чтобы у нас распределилось. Uh-huh.
пока будет здесь потихонечку тушиться. Сейчас мы посолим. Перчик у меня кончился, черный. Так я всегда красный, черный перец. Все, не тушится. Я не знаю, хочу сделать глазунью, не закрывать крышкой. Вот, ребятушки, приготовила я, значит. Я сижу на ПГ. Вот. Такая зелень, это у меня еда. Ну, на раз в сутки. Вечером у меня с чаем будет. У меня сейчас чесночок. Вечером у меня будет шоколад. Максимально какао, чтобы меньше сахара было. Вот я сегодня себе позволил с миндалем взять бабаевский. Так я беру 85% какао. Ну вот, вот такая чашка у меня помидоров. Ну, пойдемте посмотрим яичницу. Сейчас будем налаживать яичницу. Ну, вот, ребятушки, моя яичница. Ну все, она уже готова. Пойдемте в комнату. Вот, ребятушки, готова моя яичница. Вот, сегодня я начинаю кушать, получается. Так, ну вот, у нас уже 6-й час. Это мой, ну, мой завтрак. Вот, то есть, когда мы встаем, чем мы больше даем организму очищаться, то есть, и если уже мы начинаем кушать, то у нас еда максимально полезная, не какой-то шлак, не какой-то хлам. Вот. Ну давайте положим мою яичницу. Сейчас мы так порежем, типа порежем. И за один раз я это не съем. Ну, сегодня я могу за два раза это съесть. То есть через пару часиков я еще могу поесть. Ничего страшного там. И в 9 часов могу. Нормально переношу это. Такая. Главное не уронить. Сделаем косыночкой. Вот такая яичница. На помидорочках. Вот так. Вот, ребятушки. Здесь у меня еще осталось. Это на мне на второй раз. Итого 9 яиц у меня сегодня в день. Вот. Вот так. Вот такая красотень, ребятушки. И обязательно зелень. Здесь у меня петрушечка. Вот так мы ее чуть-чуть сделаем. Вот. А эту я отдельно буду так кушать. Ну, это так, для красоты. Ну, все. Приступаем к трапезе, Евгений. Привет вам с Батуми. Вот такое. Ну, сегодня у меня перчика не было. Но у меня есть. Люблю стручковые горки. О, ребята, тема еще та. Без перца не могу. Помидорки. Сейчас осень, сезон. У нас в Батуми. Они копейки стоят сейчас. В этом году вообще фрукты, овощи дешевле, чем в прошлом году. В 2020 году, вот. Ну все, всем приятного аппетита, всем всего доброго, будьте здоровы, как говорится, живите богато. Пока-пока, с вами был Жека, однажды в Батуми, пока-пока.
Ребятушки, у нас такой дождь идет. Смотрите, какие тучи черные. Вот такой шум. Это нечто. Так, ребятушки, у нас за окном мощный дождь. Сегодня купил домашнюю сметану. Сейчас я хочу ее переложить с пластиковых стаканов, потому что я не могу, когда продукт долго находится в пластиковой таре. Ну, вот сейчас мы переложим. Вот такая вот сметана. Ребята, классно, вкусно. Не знаю, она поместится у меня сюда или нет. Должна поместиться. Вот так. Сейчас мы ее... Она даже не падает. Вот так. Сейчас хочу заварить какао и попить чаек. Ну, давайте я переложу, а потом мы включимся и попьем вот с таким шоколадиком с миндалем. Заварю какао. Сегодня у меня будет какао. Чай у меня кончился. Вот. И потом уже второй переложим. Ребятушки, короче, у меня этот тара стеклянная полная оказалась, еще столько. Вот. Сейчас думаю, куда остальное положить. Сейчас посмотрю что-нибудь. Вот я нашел тару себе. Такой контейнер. Мы положим сюда. Такое. Очень люблю такую сметану. Кайф, не сметана. Одно место только я знаю в Батуми, где такую сметану продают. Больше, конечно, это просто шлак. Никуда не годная такая сметана. Хорошую сметану нужно найти. В основном продается нормальный товар, это в деревнях. А те, которые продают в объеме, братцы, я вам скажу, это полная туфта. Сейчас мы это все съедим, короче. Ну все, вот так будем пить какао. Ну вот, ребятушки, заварил я какао после мощной яишенки. Вот. Вот такой у меня чай. Никакого хлеба, никаких печенье. Вот, не допускаю такой фигни. Не то, что не допускаю, уже я просто отвык от такой еды. И могу себе, конечно, но сегодня получается вот этот шоколад послаще. Просто меня миндаль привлек. Я очень люблю миндаль в шоколаде. А так я покупаю шоколад, конечно, 85% какао. То есть, чем меньше сахара, тем... Ой, для меня лучше вот такой бабаевский шоколад. Вот, ребятушки. Сейчас мы возьмем блюдце и положим. У меня даже здесь еще кусочек арахиса остался. Вот так. Бабаевский шоколад.
Ну, такое. Попробуем, да? Ребятушки вкусные. Ну вот так я. Шоколад, сметана после такой яишенки. Ну, представь себе. Это питание действительно для мужчины. Но со сладким надо быть очень осторожным. Вот. Очень вкусно. Попробуем какао. Вот, ребята, что может быть лучше приготовлено своими руками? Домашняя сметана. Вот такой продукт. Всем пока, всем добра. С вами Жека был однажды в Батуми. Вот такая вот красота. Пока-пока. Всех люблю.